этого дня не осталось ни одного дома, ни одной семьи, кого бы обошла стороной большая беда. Самая тяжелая война ушла в историю прошедшего столетия, но память о погибших, о страшных событиях прошлого живет до сих пор. Важно, что не забывают о той трагедии не только участники событий, но и мы, их правнуки, не видевшие войны. Мы с ребятами часто ходим в гости к нашим ветеранам. Они рассказывают нам о войне, о героях, которые не жалели своей жизни для защиты нашей Родины. Мы, затаив дыхание, слушаем их рассказы о том трудном для нашей страны времени. И я считаю, что именно во время таких бесед в наших молодых сердцах появляется гордость за тех людей, которые ценой своей жизни, своего здоровья служили нашему Отечеству. Я горжусь тем, что в нашем родном поселке есть люди, с которых хочется брать пример, которые учат нас любить свой край и прививают нам чувство патриотизма. Для нас они навсегда останутся наглядным примером патриотов своей отчизны. Мы хотим с честью пронести через свою жизнь чувство верности и преданности нашей России, нашему маленькому, но такому родному поселку. Нам всегда нужно помнить, Родину не выбирают. Хороша она или плоха, но это моя Родина, и другое меня не будет. Если бы людям не было присуще чувство патриотизма, то многие события в истории нашей России имели бы другое завершение. Думая о Родине, мы представляем ту великую, прекрасную страну, в которой родились. Связываем понятие Родины со сложной и иногда трагической историей родной земли. Мы чувствуем гордость от того, что являемся частью этой страны, частью этого большого мира. Я, как гражданин России, буду стараться делать все возможное, чтобы моя Родина приобрела патриота в моем лице.